Помощник начальника УИ Джойсослав Юрьевич. Подследственный Кугаев Марат. 14-15 числа объявил голодовку. До этого он уведомил нас, что собирается объявить голодовку. Мы беседовали с ним неоднократно, отговаривали от таких действий, так как это есть нарушение все равно, как или иначе с его стороны режима содержания. Вот. Он объяснился, что условия содержания у него, как бы, в нашу сторону никаких претензий нет. У него есть претензии к самому содержанию. Его вопрос мы ответили, что это не в нашей юрисдикции, что это решает прокуратура суд, так как он последственный и следственный орган решает ему здесь находиться или не находиться. В связи с чем тогда объявили голодовку.